Вот это вор! Все равно вор! Вот он вор! Вот он вор! За ноги бери! А еще за что? За ноги бери! Гори синим пламенем! Гори синим пламенем! Вот ваш бюллетень, вот он! Смотрите! Россия без культуры! Даже если верить тем цифрам, которые приводит Центр избирком, а им верить, безусловно, нельзя, то получается, что примерно 36% граждан на выборы вообще не пришло, хотя о явке вообще как-то стараются не говорить. По-видимому, это их как-то смущает. И примерно 36% из пришедших на выборы не голосовали за Путина. Получается, что 59% граждан за Путина не голосовали. То есть явно гораздо больше, чем половина. Это во-первых. И это даже при том, что кандидаты, которые были представлены, являются откровенными клоунами, то есть допущены были только те, на фоне которых Путин выглядел героем. Сотрудников полиции, вы можете быть задержаны. Цветочек положим и уедем. Похороним свободу. Парни, спокойно. Я надеялся, что нас будет много, и тогда, ну, как-то это будет каким-то знаком власти от людей, что мы не согласны с тем, что происходит. Нас, к сожалению, в общем-то, практически нет, поэтому я просто, так сказать, печально наблюдаю за тем, что происходит. Что, к сожалению, ну, несмотря на то, что как бы эта позиция очевидно правильная, видите, как они боятся, сюда пришло, ну, чуть ли не 10 человек. Посмотрите, тут целая армия. Пошли! Идем! Двигаемся! Проходим!